đến vào tháng 5 nó sẽ là dân tộc thống nhất đất nước và cả nước tiếp tục продолжаем развивать продолжаем giới tuy là có bị suy giảm nhưng Việt Nam cũng có 2015 thì chúng tôi sẽ tổ chức kỷ niệm 50 năm xin được chúc các đồng chí Федерации благодарны за те встречи, которые происходят по приглашению. Здесь фотографии. Это подарок. Нам нашей делегации присутствуют представители различных подразделений. Великолепно исполнено типографское письмо. Украина и то, что имеется сейчас. Уважаемые ветераны Советского Союза, уважаемые посла. Мы это будем вот так ответ, да, там, да, 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 мы знаем, что возраст, здоровье не так и спасибо вам тоже за то, что приняли приглашение посетить Вьетнам. Позвольте вам вручить символика Министерства обороны. Позвольте вручить вам на память пребывание символика.